Такие смешнюки. Зверьки оказались без претензий. Новые жилища освоили довольно быстро. В вольере поддерживается постоянная температура плюс 25, а обстановка приближена к естественной среде обитания животных. Полностью народный проект. То есть это, что называется, средство по копейке, да? Миллион по копейке. И мы большую благодарность говорим жителям нашего города, и, кстати, не только города Казани, потому что я знаю, что из очень близлежащих городов, таких как Самара и Ульяновск, поступали средства для нашего сурикатника. Аппетит сурикатов – индикатор настроения. С ним проблем не возникло. Мадагаскарские тараканы – любимый деликатес зверьков, и менять их рацион в ближайшем будущем не планируют. Несмотря на последние тревожные экономические новости, с содержанием животных в казанском зооботсаде проблем не возникнет, заверил директор учреждения. Казанский зооботсад находится под покровительством государства, а оно зверушек не обидит. Но, тем не менее, от помощи благотворителей здесь по-прежнему не отказываются. Для тигров у нас почти 1 000 000 рублей надо в год. Только на тигров, на одного. То есть у нас 2 тигра, 2 льва и так далее, и так далее. Ну, сумма очень большая получается у нас. Помимо этого у нас есть сотрудник, которому надо зарплату платить, премию платить, закупать необходимые материалы, заправлять машины, трактора. Ну, то есть все как везде расходы. И несмотря ни на что, весной в зоопарке планируется всецелое обновление. Реконструкцию зверинца пока никто не отменял. Елена Чердина, Рустам Кадыров, эфир 24.